Госдуме правительство Адыгеи прошел 21-й съезд общественного движения Адыгахас и Черкесский парламент республики. В режиме ВКС в работе съезда приняли участие делегаты из всех районов республики Адыгея. Кашхабльский район на съезде представил 32 делегата во главе с председателем районного отделения ХАСа Амином Непшикуевым. В мероприятии принял участие и глава района Заур Хамирзов. Главные вопросы повестки – отчет председателя ХАСа Рамазана Тлемишука и изменения в устав общественного движения.